Здравствуйте. Меня зовут Айнура. Спасибо. Очень приятно. Очень приятно. Вы симпатичная девушка. Спасибо, вы тоже. Спасибо. Хорошо, мы с вами будем заниматься вашим кейсом. Хорошо? Спасибо, я очень рада. И задавать вам вопросы о вашей жизни, да? И в дальнейшем нам придется долго поработать, чтобы у вас было все хорошо. Окей? Меня зовут Айнура, я родилась в городе Ош, Республика Кыргызстан. Я 82-го года рождения. Все нормально, запись уже прекратили. Все, спасибо, Айнур. Спасибо. Айнур, как дела? Хорошо. Ну, я уже так, по привычке. Все. Юра, с Яной, Яна тоже рядом, если что. Привет. Я тебе лично не знаком был с тобой, но ты очень хорошо выглядишь. Я спасибо. Тебе хочу сказать. Хорошо. Ну, на этом мы будем заканчивать, потому что вся наша работа – это конфиденциальная тема. А сейчас мы оставляем Айнуру наедине с Александром, так как информация конфиденциальная. В следующий раз они уже продолжат общение дома, чтобы никто не мешал. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Мы вам обязательно все покажем, поможем вам в вашей миграции. До встречи в следующих видео. Всем пока!